Це Катя Краснікова і проект Жіночий Почерк. Сьогодні в нас в гостях керівник з маркетингу в міжнародній аграрній компанії, розробник та реалізатор найяскравіших та найкреативніших проєктів на агроринку України. А ще неймовірна красуня Юля Гриценко. Привіт. Привіт, Катя. Юль. Я знаєш, перше питання, яке я хотіла б тобі поставити, як тобі вдається бути такою жіночною в такому справді чоловічому бізнесі? Ти, ти про агра? І <сум> <Я> про міжнародну кампанію, ілі про мір. <сум> я взагалі про тебе, тому що, знаєш, не дивлячись на те, що ти справді розробник. І таких серйозних агропроєктів, на яких завжди були присутні тисячі людей. В полях, на просторах української нашої землі, ти завжди виходила на ці простори, керувала проектами. І водночас ти завжди була красивою. Навіть десь е, просто в полі з'являється Юля, завжди красоня, завжди усміхнена, а поруч тільки чоловіки. А тобі завжди треба приймати серйозні рішення, керувати, е, щось е, говорити. Як взагалі бути такою жіночною, якщо такі умови в тебе? Ну, ну, перший момент, мабуть, який найважливіший, що сила жінки женщины... ну точно не в каких-то лидерских качествах и навыках, потому что мы, наверное, знаем, что эмоционально женщина намного ну, спектральней да, и намного разнообразнее, чем мужчина. И на самом деле сила женщины, ну с моей точки зрения, в том, чтобы создать такую атмосферу, в которой мужчина будет чувствовать себя мужчиной, будет реализовывать свои задачи, будет полностью уверен, что он на своем месте в нужный момент, в нужное время и выполняет очень важную миссию. Вот. И как раз-таки успех там, моих проектов, наверное, да, и проектов, которые ре реализовала наша команда, в том, что... Мне как раз вот эти условия удавалось создать на да, условия, при которых каждый, ну потому что для меня важна вот эта свобода реализации проекта и идеи. Ну иногда, конечно, я это контролировала, да, какие-то моменты без этого ты не не обойдешься. Особенно а вот когда Я контролировала. Вот, но это тоже опыт, да, когда ты со временем учишься доверять, доверять команде, отпускать какие-то моменты. Но тут очень важный такой момент вот мне кажется, сила женщины в том, чтобы не действовать по принципу мужскому, такому линейному, прямому, да, когда они там входят в какую-то конкуренцию, потому что в моей жизни был такой опыт, когда я пыталась конкурировать с мужчинами и доказать, что я тоже тут имею место быть. И честно, это ни к чему не привело хорошему. Ну вот в моем опыте, да. И только когда я поняла, что стоит создавать атмосферу, то есть уже в конце уметь там какие-то углы сгладить, дать возможность реализовать, дать возможность проговорить, дать возможность показать мужчине там какой-то свой характер, свой проект, свою идею. И он, и он иногда и сам приходил к тому, что это ошибочно, да, что это там где-то где -то не приносит того результата, который должен. Тогда он говорил, ну все, я там согласен. Я готов, я готов на что такой решучие На позиції? Ні, я сказала, давайте будемо робити так. А, от Ти почала так м'яко навчилася зладжувати, як ти говориш, ці кути. Що вплинуло, який досвід взагалі відбувся в твоєму житті? Ну, тот, що конкуренція з мужчинами, особенно якщо мужчина на руководячній позиції знаходиться, да? а ти в його подчиненні, і когда ти починаєш разговаривать на рівних, то прости, тут надо соблюдать какую-то субординацию, да, независимость зависимости от того, там, ты являешься руководителем проекта, да, либо это такая какая-то э, ты в линейном его подчинении. Здесь не важен этот момент. Важно то, что, э, наверное, у мужчин другие методы, да. И вот этот вопрос, наверное. Э, Смотря на каком уровне, ну если мы говорим сейчас о бизнесе, да, там не о жизни, там а о бизнесе, а я 10 лет уже работаю в международном аграрном бизнесе, да, то там история такова, что э, мужчина он по сути зачастую занимает, ну, по моему опыту, да, более часто там руководящие позиции, нежели женщина. И пока ты там линейный менеджер, да, как, либо там и так далее, я могу сказать, что там у женщин больше, да, в, в рамках там штата зачастую ну там, если не брать там полевых работников, если мы сейчас говорим о агроиндустрии, а вот в топ-менеджменте там уже другой момент, потому что когда ты становишься на уровень с мужчиной, вот, вот, здесь вот, вот эта гендерная вещь, она все равно играет роль. И учитывая, что аграрный бизнес, он достаточно консервативный такой в своем проявлении, хотя в международных компаниях там есть уже вот эти моменты там гендерного равенства там и так далее, то есть тут немножко все попроще, но когда ты выходишь в поле до украинского агрария, там происходит все абсолютно по-другому. И стереотипы есть. И стереотипы есть по поводу женщин, по поводу их невозможности реализовать себя, невозможности, что не только, знаешь, только красивые, только могут сделать красивые вещи. И в моем опыте мне пришлось доказывать, что кроме красивых проектов, я могу делать еще результат. что красота вот вот эта внешняя которую там ты видела да участвуя в этих проектах лично это длительная работа потому что есть начало суть и суть по семье сама должна быть красивой и естественно когда суть есть есть вот это наполнение есть вот эта глубина то тогда получается и красивая картинка ты знаешь оно все должно быть вкусным все должно быть таким который ты приходишь там я не знаю это мероприятие это какой-то проект и оно все пронизано этим да от э, информации которую получает клиент до буклета который он листает качество бумаги которое он ощущает да тактильное вот прям музыка ведущие там ну вот еда все должно быть одного уровня и тогда человек попадает в атмосферу и тогда вот эта атмосфера она заставляет его почувствовать вот этот весь спектр там эмоций весь спектр ощущений и создать вот вот то что что мы сейчас о чем очень часто говорят в бизнесе вот этот эмоциональная да эмоциональную привязку и вот то что чем там я горжусь что наши проекты в них была вот эта эмоция и это вот то, то, что отличает. И мне кажется, по сути, только женщина может создать вот эти эмоции, потому что спектр ее чувств настолько разнообразный, настолько яркий, что она как раз эти чувства дает. А мужчина, в свою очередь, там, как и в бизнесе, да, как и, наверное, там, и в личной жизни, он дает направление да, направление, по которому можно следовать, ориентир. И поэтому очень часто мужчины бывают специалисты в какой-то сфере, да, нам нам интересно все, ну вот как мне мне интересно все, да, и агро, и маркетинг, и и многие другие вещи, которые, да, и там и коммуникационные каналы, и новые какие-то методы, то есть и мы постоянно что-то черпаем, что-то новое, мы двигатели нового, а мужчина вот когда надо, вот я помню по своим по своему даже опыту и сейчас, когда мне надо что-то углубиться в какое-то знание, зачастую это мужчина, да, который он такой Іслідуватель, да, он, он може погрузиться в таку вглубь, да йти до суті, прокапати і, вот, і вот эти знання дати. Ну, знаєш, в тобі справді цей спектр такої і жіночності, і якісного підходу до роботи є. А, і ті проекти, які ти реалізовувала, справді знає вся країна, про них говорять, їх намагається наслідувати. І мені цікаво, що ще на тебе вплинуло, яка там, література, можливо, якась, можливо, якісь унікальні знання. Де ти береш і черпаєш оті е, такі фарби для того, щоб створювати щось нове, щось таке креативне і потужне, що тебе надихає? Ну, от, якщо б ти мене спросила, мабуть, чотири роки назад. Тому... То я бы тебе ответила, что там я черпаю в обучениях, в тренингах, в книгах. И действительно, там я всегда считала, что надо там учиться постоянно чему-то новому. Я меняла там различные и, и тренинги, и курсы. И постоянно, это постоянно было какое-то там знание чего-то нового. Сейчас я понимаю, что. Вот это вдохновение, оно, конечно, может быть в разных моментах. Это иногда может, знаешь, что там в листочке ты можешь увидеть, либо в магазине, либо зайти там, я не знаю что-то в душе, либо что-то приснилось. Это просто определенное состояние души. Но истинное вдохновение есть только внутри нас. И вот сейчас я тебе могу сказать, что там мое вдохновение приходит тогда, когда вот это есть соединение с собой. Когда я понимаю, что вот я сейчас на тех нахожусь, э, можно сказать, таких вибрациях, да, вот на тех энергиях, когда внутри наедине с собой комфортно когда это хорошо, когда приятно, когда я чувствую себя. Из этого ощущения себя выходит и ощущение другое мира, на да, и другое приходят другие э, идеи, как достичь результата с помощью там определенного ну, определенной идеи, да, нестандартной, другой там и так далее. Вот иногда люди рядом. То есть я не могу тебе сказать, что конкретно, но точно это не э, не какие-то знания, не какие-то там мега книги, потому что ну я не, но не в верю в то, что ты ну, конечно. Как этот опыт пошел, да. да. Мне недавно, знаешь, так было интересно. А, мне сестра моя привезла подарок такой, коробка, ну такая достаточно большая, и там куча с, э, аттестатов, дипломов, прохождения тренингов, там различные, там и так далее. Она говорит, я не знаю, почему это там типа вот у родителей там было, да. Но вот это почему-то было, вот вот забирай. Я такая смотрю на это все, думаю, боже, это сколько, сколько времени, ну слава сколько богу. Сколько ты вклала в свое навчание? Ты знаешь, ну, мне, ну, мне повезло, что это вот, ну это было как-то так 50 на 50, но я очень четко помню, как с 23 лет я пошла заниматься с коучем, и я тратила 70% своей зарплаты. на щомісячну консультацію. <схай> вот, ну тож було і так у мене. У 23 роки да, вже до клоч. При да, тому, да. що, е-е, ем... ну давай не будемо говорити про вік. <схай> Це не жіночий проект. про ні, можемо сказати 31. <схай> Але тим не менше, зараз популярності коучинг набирає дуже високої справді. Uh -huh. Але ще тоді, там це скільки умовно, там 8 років там назад. Це ще не було настільки популярним. Але ти вже була новаторкою навіть в цьому, навіть в, в навчанні з коучами в прогресі, щоб робити прогрес, ти працювала спеціально uh -huh. з коучами, які тебе підтягували до певного рівня, я так розумію, правильно? Да, потому что я столкнулась, ну я вообще начала работать рано в международной компании, то есть я была еще студенткой, я пришла на практику, училась я на маркетолога и ну в тот момент я просто пришла в офис, потому что там мои друзья компании, они были на 5 лет старше, все где-то работали в банковской индустрии, а тогда были стереотипы, ну что ну, ты, ты успешный когда, когда ты работаешь в офисе, в, а еще если в банке, так это вообще просто тебе очень круто повезло и это счастье большое. И они говорят Юля, вы что ты, а я на то время просто училась в университете и э, занималась тем, что я там подрабатывала, там одевала манекены, одежда, там какие-то вещи, то есть мне всегда эта тема стиля, там красоты была очень интересна, потому что она мне позволяла выразить так свое творчество на тот момент тогда, то есть вот моя одежда это была какая-то часть проявления моего творчества. И я пришла работать в офис, думаю, так, ну раз вы тут все такие классные, вот, то я тоже это попробую. Ну вот, мне было чисто интересно. Хотя материально я могу сказать, что ну, на, тот, на то время это не было особо привлекательно. Но тут был такой интересный момент, что это был вызов вот как раз-таки вот этого стереотипного «А смогу ли я там быть?». И я осталась, хотя для меня это было все серо, непонятно, но думаю, ну ладно, новое что-то, надо на, надо на это все посмотреть. И я четко помню себя, наверное, когда я за 2-3 года, да, я уперлась в какой-то потолок, и мне было неинтересно. То есть я приходила на работу, и я понимала, что, боже, что это что это за люди, да, почему я с ними работаю, почему вообще я так живу, почему они такие серые, почему у меня нету красок в жизни, почему там я вот как-то меня воспринимали тоже очень стереотипно, потому что ну, на то время, как бы, как для агроиндустрии я очень ярко, как ты говоришь, выглядела всегда, ну, даже чересчур вот эти все мои, если бы я работала в каком-то креативном агентстве, то, наверное, это было бы окей. Я помню нашу первую зустричь я тут хочу трошки добавить, я помню, Що першу зустріч, я е, тоді була запрошеною ведучою, це був uh -huh. кастинг ведучих, і я зайшла. Uh -huh. і Я дивлюся, ну, сидять різні люди, і сидиш ти, і ти і така яскрава, і така сила від тебе, і така потужність. Я так зайшла і думаю: ну, мабуть, це головний клієнт, який буде мене обирати. Думаю, блін, ну як вона мені подобається, яка красива жінка. <реш> ну, Тобто, перша моя думка, я як зараз пам'ятаю, я навіть пам'ятаю, uh -huh. в чому uh -huh. ти була тоді вдягнута. І от у мене просто мурахи по шкірі. <реш> згадую цей момент. Це були, мабуть, років п'ять назад. І справді твоя краса і така потужність. Я в житті б не подумала тоді, що щось було некомфортно, тому що ти виглядала як надуспішна, надпотужна супер бізнес вумен угу. І перша думка була: ну невже в Україні є такі потужні жінки? Минуло п'ять років. Ти стала ще потужнішою, ще цікавішою і стільки прожила. Ну, умовно. Я тобі дякую за твою потужність. Просто я не могла цього не сказати. От, ну і повертаючись до теми, що ти, ти відчула певну стелю, в тому що треба далі рухатись, а куди рухатись не можеш, так? І треба було якийсь шукати вихід, і це тоді був коучинг. Що саме тоді тебе ну, потягнуло так сильно на навчання. Так, да, тому що я. Ну как, как тебе сказать, вот то, то мое мироощущение, оно тогда упиралось в те обязанности, наверное, да, которые я выполняла тогда, будучи там на своей позиции, а выше я прыгнуть не могла, потому что был определенный стереотип. Стереотип того, что, ну вот, моя задача там организовывать там только красивые ивенты например, только там работать с определенными клиентами и выше, ну что-то более серьезное, как управление продуктами, как там бренд-менеджментом и так далее, это вообще не не для меня. Ця, ця история только в Агрос Галази, потому что, ну вот, як на твою думку, ты знаешь. Мне кажется, что это очень близко вот для и, и возможно и для других индустрий, но опыт у меня только в агро. Я могу сказать только за себя, там, да, вот за за. В украинском свой... э, бизнесе мы можем говорить про то, что э, справді існує такая тема харасменту. Ну, харасмент это другая тема, да, это вообще тема, которая там может быть, э, знаешь. Э, Ето вже конкретна ва конкретних предложений, котри жінчина може прийняти ліба ні прийняти. Да? Ну, але це харасман це і певні зауваження, стереотипне мишлення, ну мислення стосовно э, тієї чи іншої угу. особи, якщо умовно э, там людина іншого полу, Якщо людина е, больше, систематичні Це вот про ніравенства, водо ж мужського і Да? ну так. Вот. І саме зараз про це ми і говоримо, тому що якщо чоловіки говорять серйозні рішення mm -hmm. для чоловіків, mm -hmm. а от такі е, легесенькі справи, там щось красиве, це для жінок. Як часто в твоєму житті саме така ситуація? Слушай, ну в, в, в моей жизни то было определенные моменты, да, вот вот этот, когда я была в, вне согласия, потому что э, с окружающим, да, и с собой, наверное, внутренне в первую очередь, потому что мое внешнее проявление, да, то есть оно упиралось в то, что эм, вот этот стереотип, например, что там, я, даже если женщина, да, и она а, там, в бизнес-индустрии, она должна определенно выглядеть, например, там это там рубашка, это там никакого яркого макияжа, это там никаких там, я не знаю, локонов, там длинных волос, длинных ресниц, там и так далее. То есть, если это вот так вот, значит, она там с определенного рода иди там либо в фэшн, либо в моду, либо там в вент-индустрию, либо еще куда-то, да? То есть вот вот это я ощущала, потому что я могу сказать, что я провела собственный эксперимент, когда я поменяла имидж, когда там я закрыла там декульте, закрыла там. Яркие какие-то аксессуары отложила и носила только там, в ресторан с друзьями и превратилась, ну, я не могу сказать, что там в среднестатистического там вид, да, там все равно он выглядел по-другому, да, потому что ты приедя тогда, да, вот пять лет назад увидела все равно другую отличающую картинку. Но для меня это было, ну, там на 50% скромнее, да, там сдержанней по деловому, чем обычней. Я когда ты... я поняла, да. что образ определенный, ну то есть я научилась создавать картинку, которую все верят, и которую все покупают, и которую все могут, ну по сути, э, знаешь, как э, принять. То есть умовно, если люди привыкли к павных стереотипам, им так легче. Ну конечно. Ну слушай, э, легче, э, когда есть определенные стереотипы. Да, легче, во-первых, этим стереотипам соответствовать, и я тебе могу сказать, что легче достигать вот этих вот успешных. Я сейчас это беру в кавычки успешных, да, потому что на самом деле, ну что такое понятие успеха, да, оно для каждого свое. Ну то, что для меня может быть успешным, может быть неуспешным для тебя, оказаться, это вообще в сумасшедшем домом, типа как как так можно, и так для каждого человека. Потому что ну, сейчас для меня успех — это иметь возможность познавать себя, свой внутренний мир, открывать его и таким образом открывать этот мир, да, и реализовывать определенные проекты, вещи и так далее. А вот тогда успех для меня было соответствие вот этим стереотипам, которые есть в обществе. Да, что если я в международной компании, значит, я должна достигнуть определенных высот, что я должна вот это, вот это, вот это, что у меня должно получиться там быть руководителем, что а если не получается все, я значит неуспешно, я значит недостаточно хороша, понимаешь? И это ловушка ну, многих структур, и многих, ну не только женщин, наверное, и мужчин, но... Сейчас у нас тема про женщин, да, и, следовательно, это вопрос вот этой вот женской еще такой состоятельности, да, в которую очень часто тоже могут бить. Но тут и, и, и другая есть сторона, что э, в соответствии вот этим стереотипам часто забываешь свои внутренние желания, да, часто забываешь то, зачем ты вообще живешь. И это был второй, наверное, такой этап в моей жизни, когда я сказала себе, ну окей, ну ладно, у меня есть уже квартира, машина, я сделала это сама, без помощи мужчин, для, что для, для меня было важно. Для тебя это было очень важно, так? Щоб для меня было принципиально важно Конечно, конечно. И да. финансовой стабильности, да, и финансовой да. успешности. Да. Ну, потому что для многих людей, если у тебя есть своя квартира, у тебя есть своя машина, у тебя есть... Постійний дохід вище середнього, який дозволяє тобі подорожувати, розвиватися, одягатися так, як ти б хотіла, там, як ти мріяли, так? в тебе фактично це все є. Ти цього досягнула самостійно і навіть зламала деякі стереотипи. Ти, в принципі, мабуть, жінка, яка руйнує. Всі стереотипи <laughs> про женский успех, про то, как женщина должна поводиться в бизнесе, а, про какие-то Такі устави життя, тому що ну, для багатьох, коли в тебе є родина, там, діти, в тебе є там, свій невеличкий салончик, а там, бізнес, щось таке, от ти успішна і успішний чоловік. От для багатьох це зараз успіх. А для когось ще успіх, це там, коли м -м, тебе фінансує якийсь чоловік. І дуже мало зараз тих. Хоча ні, жінок таких багато, але про це мало хто говорить. що... Щоб досягнути самостійно успіху, треба дуже багато дуже мати міцну волю, силу духу, дуже багато чого пройти. І потім, знаєш, поклавши руку на Біблію, і сказати, я це зробила сама, без жодних підводних каменів. І я справді можу розповісти про це вже всім оточуючим, що я це зробила абсолютно самостійно. От той шлях, який ти проходила, які були. Такі важкі моменти, тому що завжди на красивих жінок дивляться різні чоловіки, особливо успішні. Можливо, в тебе якісь були такі ситуації, про які можна розказати, для того, щоб знаєш, своїм прикладом надихнути, що дівчата не здавайтесь, тому що ну от повертаючись до теми харасменту. Справді, таких ситуацій дуже багато і в бізнесі, і не тільки в агробізнесі. Я скрізь я таких історій знаю дуже багато серед моїх подруг, успішних дуже є такі приклади. Чи була в твоєму житті якась ситуація, яка кардинально змінила твоє життя або не змінила? Чи ти залишилася вірна собі? Ну, Тут, ти знаєш, ну, точно немає якогось... -то... Ну, это выбор, выбор каждого, да, то есть как, как, как ему действовать, там, ä, пользоваться ли предложением мужчин, которые поступают, ну, они, естественно, мне поступали, и... Ну, было бы не, дым, не быть, такие красоты, диваны, не еди, Единоразово поступали, там, и так далее, и это вопрос того, что как раз-таки я очень часто в рамках, там, рабочих, и я, ну, это могу сказать открыто, что я понимала, что моё э, Моя там открытая улыбка, моя открытость, она позволяла, ну я как бы бизнес-цели преследовала, да, в первую очередь. То есть я понимала, что мне надо с этим подрядчиком, либо с партнером, либо нашим клиентом наладить взаимоотношения, ну, деловые взаимоотношения в первую очередь, раскрыть, понять его точки, какие-то триггеры, потому что вот это все я могу использовать в рамках реализации проекта, потому что мы все-таки есть определенные цели, да, компании. И в рамках этого всего обычно у нас там завязывался диалог. Но очень часто мужчины это воспринимали как, как, как наверное, что-то большее. Да? И были предложения разные, да, разного рода поступали. Но вот тут вот момент, мне кажется, личностно каждой женщины, да, когда она либо для себя говорит Да. Ну, если она, наверное, щось відчуває, щось їй їй нравіться там і так далі. Ну, тож, ну, це ну, это... чоловіки, які, які роблять да, певні это, наверное, пропозиції. Абсолютно Ми да. зараз про пропозиції да. чоловічі говоримо. Абсолютно. Абсолютно. Так. Абсолютно. Просто відверто відверто говорити, тому що, ну, реально такі пропозиції часто бувають дівчат. Да, так я от про те, що тут надо перед собою, ну, якби как бути бы відкритою і розуміти, от тобі це зараз надо, ну, на той момент, е Да и сейчас, наверное, я понимаю, что ну, у меня это не вписывалось, потому что у меня были четкие какие-то рамки, да, наверное, четкое распределение, что вот это бизнес, да, вот это тут дела профессиональные, а вот там вот личная жизнь. И два вот этих момента, они у меня никогда не миксовались вместе. И, ну, для меня я допускала возможность этого, да, и возможность того, что этот микс может быть. Но тогда мужчина должен себя проявлять не единоразовым предложением, да, а это должно быть его решение. Решение там, быть с конкретной женщиной. Да, и тогда это другой разговор. И тогда это другая история. И тогда, мне кажется, в таких моментах, там, если внутренняя женщина чувствует, то можно и уходить из бизнеса. Ну вот серьезно. Но тобто, якби случае... в тебе була пропозиція там, руки і серця від бізнес-партнера, ти могла б піти з роботи, але, наприклад, обрати сім'ю. Ну, якби ти знала, що це, як ти кажеш, не, не просто якийсь там, сексуальний потяг в певний момент, а справді, що це людина, смотри, з якою ти можеш. Пропозиції, пропозиції, вони були просто не про. Это чисто пропозиция Это не про шаги, знаешь, вот, ну вот я верю в действие мужчины, да, в действие и для меня э, любовь это не только про страсть, потому что страсть это тоже, ну другая вещь, да, она тоже может быть, но э, я потом просто не верю, что оно не повлияет на бизнес результат. тыск бывш, вот прям конкретный тиск або определенного человека в твоем жизни, когда тебе нужно было принять конкретное решение. Або так, або нет. Ну, конечно, был. И либо так, либо нет. <laughs> То есть тут нет понимания либо так, либо нет. Потому что я понимала, что в рамках бизнеса мне надо это просто смягчить. Просто вывести так, чтобы ну делать вид, что ничего не происходит. Хотя морально это тяжело. И в такие моменты мужчина зачастую... Он тоже делает вид, что ничего не происходит, ну, в рабочих моментах, да. А вот, но если, например, он там твой руководитель, да, либо там каким-то образом вы связаны в каких-то проектах, то он может бить в эмоциональные вещи, да, и давать тебе там обратную связь, например, что ты эмоционально как-то не сдержана, ты эмоционально там где-то поддаешься каким-то моментам. И в этот момент, ну, самое важное, женщине не сломаться, а четко для себя разделить. Да? Тому що от я а, ну, поначалу да, мене цей момент задівав. Пока... В тебе була ситуація, коли тебе навмання, певний чоловік, э, змушував до певних дій, але ну, ти не погоджувалась і таким чином, там, умовно, на роботі тебе там, ну, не штрафували, але, скажімо, робили моральний тиск за те, що ти не погодилась на певні э, пропозиції сексуального характеру. Так, да, звісно. Это, это, знаешь, это даже был такой момент, что это всегда чувствовалось, ну вот, в какой-то обратной. Ну, то есть, понимаешь, я скажу так, да, что после такого уже сказать, что типа, ты можешь притворяться, что ничего не было, да, и ничего нет. Но после такого все равно сложно уже какие-то эмоциональные грани mm -hmm. сохранять, такие, как они были раньше. Ну, потому что страх ей э, втрадать карьеру, умовно, что э, тебе звільнять, так? Ну, ты знаешь, ну на данный момент у меня страха, что меня там уволят, либо там, э, вот нет. Но на тот момент. На, на тот момент. Мы про той момент. На, на, да, на тот момент мне было просто неприятно, наверное, да, что мужчина позволяет себе в рамках там да великих каких-то знаешь под соусом благородности какой то да вот там красоты предлагает что-то а потом это что-то когда получает отказ uh -huh. да не не принять это достойно сказать ну окей нет так нет и это ну слушай точно так же как может быть и да это тоже нормально ну в моем случае это было нет например чтобы это вывести в такой момент и сказать все я тебя уважаю потому что когда-то у меня была такая история когда я тоже сказала нет мне сказали что я тебя уволю я сказала окей вот пришла на работу а меня позвали в кабинет и сказали слушай вот все что было это было вот так мы с тобой готова. я тебя вот да, ты конечно ты сказала не четко так да. Ну, Манда, такая знаешь, Рахтай Мурах и потому что ну, эм, ты будувала карьеру долгий период часу, uh -huh. и ты ризикнула, але не поступила со своими принципами. Ну, это, знаешь, это даже не в том, чтобы принципы, да, такие, это просто внутренние, ну, вот, знаешь, ну, когда эм, ты чувствуешь, там, да, это твое, либо не твое, вот да или нет, он отклик есть, либо его нет. Вот у меня не было отклика. Я понимаю, что мне с человеком интересно, например, он интересный собеседник, он прекрасный мужчина, он, ну, знаешь, вот это. Но вот это – это уже другой шаг. Ну и, То, и, ты, и ты, ты, ты поставила на конце такие свои э, людские да. якости, а, и свое эмоциональное здоровье, и свою людинность. І певне виховання твоєї родини, тому що, ну, я думаю, про це ми зараз теж поговоримо. Чому саме такою ти стала з такими якостями людськими, так? І кар'єру і бізнес все-таки ти поставила на другий план. Ти була готова до звільнення? Так, да, ну абсолютно, тому що уволіч ще більше, ну, ну, ну вот, чоловіка, який ну, не прямо вот, прям вот так вот прогибатися. Ну заставила сказать, ну хорошо, и я готова к этому. И я как это женщина надела самое красивое платье, пришла и, и и уже ждала, что меня уволят. Ну то есть я абсолютно к этому была нормально А меня позвали и сказали, я твое решение уважаю. И у нас сохранились вот прям прекрасные отношения. И и никогда больше эта грань не перешагивалась. Знаешь, я хотела бы на тему остановиться, потому что ну, у нас передача про женщин. Про долю жінок, про те, як бути успішною. І успіх завжди це ризик. Не можна сказати, що можна. Я, я буду успішною просто так. Успіх з неба не падає. І всі жінки, які з'являються в проєкті Жіночий почерк, це ті жінки, які самостійно досягли успіху, тому що. Історію кожної з вас я знаю, в принципі, там умовно, ну дуже непогано, скажімо так. І я знаю ваші людські давай про тебе говорити, твої людські принципи. І мені б хотілося дуже, щоб жінки, які дивляться цей проєкт, розуміли, що можна стати успішною, не залежачи не від кого. Якщо ти хочеш стати успішною, якщо ти цілеспрямована, ти вмієш досягати, ти хочеш досягати успіху своїми чистими методами, не треба ніколи піддаватися під тиск. І не треба боятися, от навіть з тієї твоєї історії ми розуміємо, що ніколи не треба боятися бути собою і говорити так собі, але ні комусь. Но это, знаешь, про что? Для меня это было предать себя. Это не про то, что мне не нравился этот мужчина, либо там я там, знаешь, у меня четкие какие-то принципы там и так далее. Просто для меня там отношения, да, мужчины и женщины, это про то, что это твой мужчина да, это вот, ну, конечно, может быть какая-то мимолетная химия, но я же тебе говорю, ну, тогда это не на работе, это там, знаешь, это мимолетная химия, и вы разошлись, и Курортный все. роман. Да, это может быть так. Если это женщину наполняет, и мужчину наполняет, это такое ресурсное, то вообще не вопрос. Но если мы говорим про... Курортным романом так, а вот рабочим романом не. Ну рабочим романом не, потому что же говорю, тут завязываются уже другие вещи. Но это в моем таком, знаешь, в моем понимании мира, да, в моем понимании, оно так происходит, да. То есть я я эти вещи миксовать не могу, потому что я же говорю, что если особенно зная его, если у него есть семья, если у него есть там отношения там и так далее. Вот. вот, вот, эти все вещи тогда, понимаешь, потому что пока вот это все кипит, ну, страсть бурлит, оно уже кажется, что и женщине может казаться, что все там, это мой мужчина, я не знаю, там, навсегда, а потом. Э, дивись, ты сейчас говоришь про суто почуття. Да. Есть а, такие женщины, которые делают определенные кроки, Ще й самі ці кроки роблять, знаючи, що там в чоловіка є в цього певного є там сім'я. Вони самі добувають цих чоловіків. Навіть про це йде мова, розумієш? Угу. А, не тільки, ну, Просто хотілося б, щоб люди ну, розуміли, що завжди є певний результат. Для когось це норма, і в нашому суспільстві досить часто це норма. Але м нормальне виховання людини. А особливо жінки ніколи не дозволить перейти певні межі. І для мене цікаво в тебе запитати, як тебе виховували, в яких рамках, в яких межах, чому ти стала такою, як ти стала Вольовою, принциповою, силою духа, зі своїм баченням цього світу, зі своєю лідерською позицією, хоча ти не любиш, щоб так казали, але ти реально лідер. Что вплинуло суту на твое житие, на ці погляды? Ты знаешь, я могу тебе сказать, наверное, отсутствие воспитания. <свят> Серьезно, да? Ну вот на самом деле это свобода, ну то есть свобода, которую вот на сегодняшний день я могу сказать, мне родители дали. Потому что меня, ну, меня только ограничивали там уже в студенческие времена, когда я приду домой там и так далее. Там папа очень сильно переживал, чтобы я очень рано не вышла замуж. <laughs> вот, по этому поводу. Остальное, я была вообще свободна выбирать все, что я хочу. Вот, то есть мне, могу так сказать, мне и не помогали, мне и не мешали. А вот тут ты сруиновала стереотип, всех кто тебя знает. що. Ну, Ти ж знаєш цю історію, що за тебе розповідають, що ти дівчинка з багатої родини. Я не... Було би прекрасно. Чому з'явився цей міф, що ти з багатої успішної родини? Як ти думаєш? А на ділі в тебе проста, якщо не помиляєш родина? Ну, мене, мене достаточно они с Неженской области, да, то есть они приехали в Киев, они такие трудяги, которые сами зарабатывали э, там на на жилье, на квартиру, там и так далее. Вот, наверное, это м -м, связано больше с моим ощущением мира, с ощущением mm -hmm. того, что там мне всегда ну, наверное, другого уровня жизни хотелось, да, потому что, например, мы там долгое время, родители, мы жили в однокомнатной квартире, у меня сестра родная, мы вчетвером жили в однокомнатной квартире очень долго. Были там вопросы с, с тем, что ну, родители там инвестировали в бизнес, это все там накрылось там и так далее, там папу предал лучший друг. Ну, то, ну то, то есть много таких моментов было, но как-то как потом... Пришло время, когда мы там уже переехали там, и э, в квартиру намного больше, и у, каждой, и, и у меня и у сестры была своя комната, ну, то есть уже, уже было немножко лучше уровень жизни, да. Вот. Но сказать что это было какое-то изобилие там да и, и так далее нет а мне хотелось конечно другой жизни абсолютно то есть у меня мы мое ощущение прекрасного мира этого мне всегда хотелось чтобы меня всегда тянуло там к брендовым вещам меня всегда я всегда мечтала о том что у меня будет машина причем знаешь там ну, ну то есть вот мне всегда хотелось машина хотелось определенного это мне мне всегда хотелось Мазера типа чего? Не плоханный вид. Еще нет пока. Колер якого? Колер серебрястый. Вот не красный. Не красный. Каждая зараз машина. У меня сейчас рабочая машина это Toyota Rav4 вот не зовсім а я... такая машина ну, не зовсім, да <laughs> ну мы же аграрная компания <laughs> полевые туры визиты там и так далее поэтому тут все должно быть но на самом деле ты знаешь сейчас вот ну вот сейчас э, ну я поняла почему мне хотелось чисто эстетически да то есть я еще просто в душе такой эстет для меня важны вот эти детали там строчечка там все вот эти вот моменты то есть это ну прям очень важно вот эта вот атмосфера ощущения вот. аксессуары я знаю, что ты любишь дорогие э, аксессуары. Что найдорожче, ну ты себе купляла, або можно тебе даровали а, из из э, аксессуаров, э, ну, сумки на сумки. Например. Ну да, вот у меня есть две, наверное, такие страсти. Я, кстати, абсолютно отношусь там нормально там к золоту, там вот этим всем там драгоценным. Э, там, изделиям, да, вот, то есть абсолютно нормально. Но вот, вот сумки это да. И вот у меня в коллекции есть там, наверное, 6 да, сумок. И вот самая, самая такая, наверное, ценная и любимая так, тут это, 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 это Dior, да. диор вот, непоганый да, да. э, выбор. Сколько кошты а, 2 800, по-моему, евро, да. 2 Ты хуже начала говорить. 2800 евро, да. ты видала властную кишене. Да, да. За цю сумку. Да. Я нормально можу віддати знаєш, как это, свою зарплату за сумку. И не есть. Я шучу. Я когда-то другу своей мамы это посмеяться скажу. Сказала, говорю, то да я нормально могу, говорю, там, говорю, я лучше не поем, но куплю, на это еще в университете училась, но у меня всегда такой был принцип, я лучше там не поем, но сохраню там стипендию, какие-то моменты на вещи, да, на сумку там или на какую-то обувь. И вот я так сказала, и мама так посмотрела на меня, и больше мы с парнем не общались. Она подумала, что я не буду его кормить и буду заставлять тратить все деньги на вещи. Вот. Но на самом деле это не самое главное. Это, это знаешь, это просто для меня сумка, там, да, например, точно так же, как какое-то изделие, это тоже эстетика. Да? Вот там бренд Dior, он, наверное, один из самых моих любимых, потому что это колоссальная история. Это, знаешь, это где какая-то строчка, где там эмблема, логотипа, она что-то значит, это собрано вручную. Знаешь, ну то есть это вот атмосфера обладает данный, данный продукт. Можу я сказати, що для тебе це певний все-таки показник успіху. Як знаєш, колись маленька дівчинка мріяла про щось, мріяла, що в мене немає, але коли я виросту, в мене це обов'язково буде. І зараз кожного разу, коли ти купляєш такі речі, і ти наголошуєш, що я купила це сама, я купила за свою зарплатню, це дає тобі певне враження. что успеху достигнуто певному, на певному уровне, но я смогла. Я смогла. Угу. Сама. Да, только тут вот очень важный момент, не играть э, с собой в определенную игру, потому что в моем опыте был такой момент, когда вот эти вещи, э, я ими соответствовала, понимаешь? Угу. Я приходила, я понимала, что для того, чтобы мне быть на уровне, внутреннее ощущение этого не было, а благодаря сумке, благодаря э, обуви, благодаря внешнему образу мы вот это все несем, и у нас мир такой, да, где ну, к сожалению, особенно в Украине, Однозначно. да, покупают вот так вот, ну, по внешности. И стереотип, вот посмотрели, там, это, о, ну, там, нормально все, да, еще зашел телефон, а мужчина, если на стол положил там все свои телефоны, Луи Витон, брелок от машины, так сразу другое дело, можно общаться как-то, человек чего-то достиг, даже не просто так с улицы, понимаешь? А по факту, ну, вот право, вот это все, то, что внутри, забываешь. И я поняла, что вот этим всем в определенный момент я его поставила на кон выше чем мое вот вот внутреннее и для меня вот таким три было переломных момента в моей жизни вот мы с тобой про один сказали про 23 года потом у меня был момент когда я из киева переехала в полтаву работать на завод потому что я тоже прониклась в великой миссией там и так далее и большими переменами и там получила тоже такой вот. Ну сегодня я уже могу сказать, что очень классный опыт, да, который меня, э, так мои розовые очки, мое там восприятие жизни, идеальность какую-то. Вот, вот прям. Э, позволил проявиться себе вот моему нутру истинному, да, потому что вот это все раньше было соответствие чему-то, то есть я вовне искала для себя какую-то подпитку, что вот да, скажите, что я вот успешная, что я красивая, что я еще какая-то, скажите, Да, типа, скажите. ты нашла, це, те, что ты искала а, вот. на сегодняшний день, ну, ну на сегодняшний день вот у меня был последний такой, ну для всех, наверное, да, вот э, ситуация, которая там сейчас произошла в мире, там, да, год назад вот она изменила и для меня она стала, когда э, я провела в заточении, у меня обнаружили, ты помнишь этот случай ковид? да, как-то странно, я мне просто было плохо, без какой-то особой симптоматики в том раз, и я пока все вот бурлила жизнью, это было лето, а я сидела там две недели на самоизоляции, не болея, да, вот слава богу, наверное, да, я, я была здоровой но просто вот э, с ковидом, да, и... Я в тот момент поняла, что а выстроено в моей жизни все так, что всю силу, энергию я черпаю вовне. То есть, знаешь, вот этот вот э, сумасшедший график, сумасшедшее это количество встреч там, и так далее. Ты ночью приходишь домой, спишь по, там пять часов, просыпаешься утром, бежишь там, тренировка, то-то, то-то, где -то, то -то, куча всего, и у тебя иллюзия, что у тебя все там зашибись, классно, куча энергии, друзья, все, а потом раз? И типа... И тишина. И ты остаешься один на один с собой. И вот когда остаешься один на один с собой, вот там вот и начинается вся история. А где сила? А кто я? А что я сегодня собой представляю? А что я сделала? А, а, а имеет ли ценность вот это все? Диор <laughs> и другие вещи, понимаешь? Квартира машина, на которой ты никуда не можешь поехать, квартира, в которую ты никого не можешь пригласить, понимаешь? А ну типа ценности нет в этом. Ну оно есть, но, ну слава богу, что есть, где было две недели быть, да, там. Ну то есть я про то, что но ну, не это есть ключевым, это важно, это важная составляющая нашей жизни, но не это есть. Вот, вот там, вот внутри себя, понимание себя, соединенность с собой, понимание своих талантов, своей силы, своей мощи, вот оно дает вот, вот это все ощущение жизни классное, понимаешь? И когда вот, вот я сейчас, я только учусь, я могу тебе откровенно сказать, жить со стороны как удобно мне, не другим, выстроить все, чтобы другим было комфортно и классно, а удобно мне. И я тебе могу сказать, что для меня, вот если вот тема наша сегодняшняя успех, и почему-то моя личная, наверное, мотивация сюда прийти, да, это сказать о том, что успех — это не то, что от вас ожидают другие. Там папа, мама, родители, они близкие люди, да, но, но это не про то успех это я вот недавно такую красивую фразу слышала что самое большое ваше творение потому что мой вопрос что я вообще создаю в жизни да? что я что я что я создала для людей мне очень это важно да? чтобы люди могли соприкоснуться люди могли ощутить там те же эмоции вкус запах вот вот этот вот, вот, вот спектр для меня это очень важно И я в этом мое вот большое знаешь мотивация вдохновение и что я такого большого создала. А вот недавно я услышала такую фразу, что наша самая большая э, призвание жизненное, да, это создать лучшее творение себя в первую очередь. Ты можешь самое такую фразу, вот, ты можешь звучать как побажание всем девчатам, всем женкам, які нас дивляться, потому что Справді хотелось бы щоб от Пройшовши такий шлях, як пройшла ти, хоча в тебе все тільки починається, uh -huh. ти ще ну, ти зовсім молода, але вже ти, ти так багато усвідомила і досягнула справді успіху. Е, давай так і скажемо от, як фінальну таку настанову побажання поділися от, основною твоєю думкою на сьогодні в твоєму житті. На сьогодні, знаєш, я можу сказати, що основная, наверное, ценность не в том, как тебя кто видит, не в том, насколько там тебе говорят красивые слова, насколько ты успешен либо не успешен, потому что все оно такое. А вот Насколько у тебя там есть семья, нет, работа, машина, вот эти все вещи, это, ну вот, вот это все вот надо вот так вот отделить, потому что это, знаешь, как игра определенная, которая тоже интересная, классная, но это игра. Просто если представить, что этого всего нет, а всегда может так произойти, что этого не станет, вот тогда человек остается наедине с собой. И когда он остался наедине с собой, вот я желаю нашим слушателям, желаю нашим девочкам, женщинам, да, чтобы они искали источник вдохновения в себе внутри, чтобы они понимали, что они самая большая ценность, что они самые прекрасные для себя внутри, что и каждый день по чуть-чуть, если есть какой-то вот момент, который, знаешь, к которому хочется прийти, вот маленький шаг для этого сделали. Вот маленький совсем. Вот, вот прям, знаешь, даже, и даже это не про шаг, а про открытие. Вот по чуть-чуть раскрывать в себе вот эти все моменты, потому что они у нас есть. В, в каждой есть красота, в каждой есть талант, в чем-то своем, в чем-то определенном. И, и время сейчас уникальности. Время сейчас того, чтобы открывать вот эти в себе уникальные стороны. И через вот это открытие себя мир вокруг, он реально станет другим. Вот он будет, ну не то что другим, он поменяется так кардинально. И вот ощущение от жизни оно будет другое. Только потому, что для себя ценность есть. Я думаю, что, знаешь, после вот такой Видварты Разумовы, Чесної розмови. Багато хто задумається, що справді таке жіночий успіх, що таке жіноче щастя, і як важливо залишатися самим собою і бути вірним собі, не дивлячись ні на які ситуації в вашому житті, дівчата, любіть себе. Однозначно, після цього вас іще більше будуть поважати і любити, оточуючи. Ну, і звичайно, Юля, тобі дуже дякую за твою щирість, за те, що ти погодилась прийти сьогодні, розказати те, чим живеш ти, як ти досягала. І я впевнена, що в твоєму житті е, твої успіхи тільки розпочинаються. Я дуже дякую за твій твоє ставлення до життя, і ти надихаєш. Ти надихаєш тисячі людей. І продовжує в тому ж дусі. Я думаю, що в тебе ще дуже багато чого цікавого попереду, і ми ще неоднократно з тобою зустрінемось не тільки на різноманітних телепроектах або івент-проектах, а ще й в. В багатьох і благодійних проєктах, тому що ти цим теж займаєшся. Ми сьогодні вже не встигаємо про це поговорити, але знаю, що в тебе ще й велике дуже велике добре серце. Тобі дякую за те, яка ти є. Катя, я тобі, тобі І, друзі, я маю сказати, що сьогодні в нас в гостях була неймовірна, надзвичайно потужна, надзвичайно жіночна людина, особистість з великої літери Юлія Гриценко. Моя близька подруга і людина, якою я захоплююсь, я впевнена, що і кожен з вас обов'язково знайде в цьому інтерв'ю, в цій розмові щось таке, що вас надихне. Вірте в себе. Ну а з вами був проект Жіночий Почерк, і я його ведуча Катя Краснікова. До нових зустрічей. Побачимось.